Всем привет, друзья! Ну что, как ваши дела? У меня все отлично. Посмотрите, какая прекрасная погода. И в такую прекрасную погоду выпал нам рейс. Наконец-таки что-то интересное. Поедем в Екатеринбург. На стекловозе я еще туда не ездил. Так что будет интересно. Поменяем немножко локацию. Немножко подснимем интересных кадров. В общем, красота. Сейчас я заправляюсь на Роснефти до полного бака. И выдвигаюсь на завод. Тут буквально полчаса езды. Загрузим стекло и поедем. Сейчас помоем фары, стекла. Опа, уже пистолет заправился. Так что, друзья, давайте. Погнал, надо заправиться, надо, а то сейчас отключится. Почти полный бак. О, красота. Приехал я, зарегистрировался, еще никого не отгружали. 10 часов ждем, свистнут и заедем. Будем грузиться. Нужно будет дополнительные выставить, как сказать, подставки. В общем, оставили пирамиду, сейчас ее загрузит. Вот тут коллеги намывают. Настроение у всех бомба, погодка. В детстве, когда с отцом катался, также намыливал машину. С этим опрыскивателем. Но я намыл стекла, фары, потому что там уже грязь такая, то что щеточкой не справишься, надо химию там какую-то намывать, грязь разводить, разводы будет не очень круто. А так, когда немножечко там испачкалась, сама в целом ты чистая машина, конечно, можно. Так что респект, молодцы ребята. Загрузились, катим уже по 108, ну прям настроение пушечка, весна прям чувствуется. Не знаю, что меня там в Екатеринбурге ждет, но надеюсь, погодка не хуже. Также, друзья, решил такую вот традицию, может быть, создать там за самый популярный комментарий, который там набирает большинство лайков, скидывать 500 рублей, тоже, чтобы вам интересно было. Вот, что придумал, как вы думаете насчет этой идеи, пишите ваши комментарии, будем определяться с этим вопросом. Экспериментально я уже это проводил, так что... за вами, друзья. Нравится вам такая тема, не нравится? А я пока помчал потихонечку. Заезжаем к бате на плов. Надо с собой подготовиться, к рейсу набрать продуктов, вещи. Все-таки едем на Урал. Также в себя порядок привести. Что это такое? Молодой какой-то бородка ходит. Неправильно, надо побриться. Вести порядок, не знаю, парикмахерскую-то вроде еще рано, но побриться обязательно надо. Вот, ребят, у меня тут тоже с дорогами не ахти, а я жалуюсь еще на кого-то. Смотрите-ка, орехово зуево. Поворотничек и с кайфом на стояночку. Что там, опера едут? Спасибо, друг. Автобусом сюда сейчас поставят. Ну а там не знаю. С автобусом. Смотрите, что за опоры я имел в виду. Смотрите, в каком сейчас положении находятся они. В открытом. Когда я сейчас этот проверну их, смотрите-ка. Сейчас правильно, как назвать это, механизм, чтобы не ошибаться. Все, они выровнялись. Если воздух уйдет из прицепа, пирамида, как бы весь прицеп, на пол не упадет, он оперется вот на вот эти вот опоры. Так же самая ситуация здесь. Это как бы автоматически они клавишей включил, выключил. На воздушной системе они. Вот так, в принципе, все, порядок. Обходик сделаем небольшой. Зимой все нормально, никаких сюрпризов, гайки все на месте. Так, намыть только надо это все. Здесь тоже окей. Окей. Так, друзья, ну что, собираем вещи и домой. Где-то собаки, у меня там немножко есть еды, а их нет, не видно.
Так, друзья, ну все дома. Вот, батя заготовки под плов сделал. Сейчас будем делать красоту, вкуснятина. Погнали. Полностью оформили казан. Ждем следующих указаний. Пришло время для риса. Вот его рис. Сколько тут по килограммов? 4? 5, да? 5 риса килограмм. Короче, плов, можно сказать, на месяц будет у нас. Сейчас все разберут. Давай, с холодильником. Давай, Толик. Погнали. Что здесь за бомбочка? Плов наконец-таки готов. Сейчас вскрытие. Ах, вкуснота, что за аромат. Ну, начинаем накладывать. Мы в Ашане уже после плова вкусно покушали. Вас дразнить я там сильно не стал. В общем, вот первое приобретение благодаря рекламе. Так что по поводу рекламы не судите строго, друзья. Я думаю, все понимаете. Сейчас будем закупаться в рейс. Покупать все, что мне необходимо, так скажем. Доброе утро, друзья. Ну что, запускаем двигатель. Что у нас там? Покажет он хорошего. Предварительный контроль. Все окей. Под кабиной никаких подтеков нету. Ну давай, малышка, покажи себя. Оп, красота. Сейчас вещи перегружу, что закупил, что купил. Такие теплые вещи. Загружаем, опоры убираем и в путь поедем. Вещи перегрузил. Все, батя погнал тоже на работу. Мы сейчас стояночку оплатим и поедем. Поработаем. Наконец-то дальничок. Пойдем опоры уберем. Друзья, ну что, погодка нас не перестает радовать. Красота весенняя. В общем, уже во Владимирской области. Город Покров, Синтус Покрова, Владимирской области, со всех окружающих городков. Всем вам большой привет. А мы катим дальше. Красота, брат. Душа радуется такой погоде. Ну а вот и Вязники уже на связи. Всем привет, кто с Вязников. Всех вижу, всех читаю, друзья. Большой вам привет. Что у вас тут с дорогами? Никаких изменений? Потихонечку мчим. Вязники на связи. Большой привет вам всем, друзья. Еще раз передам. Много просто отсюда подписчиков. Так что два раза не помешает передать. Ну, а мы едем дальше хорошим ходом. Поток нормальный, движение отличное, красота, в общем говоря. Так, все, ребят, на перерыве делаем обход. Отражатель на ночь помоем, если будем в темноте ехать. Так, еще я что заметил?
делать тоже момент будет. Так, сейчас эту штуку еще надо почистить. Пробили, будет теперь нормально поливать. Потихонечку дальше. Вот, друзья, другое дело, смотри, как поливать. Правая тоже уже подзабилась. Ну ладно, где будем стоять, там уже отмоем. Друзья, включаем фары. Так, сейчас я выкину мусор. Опа. Смотрите-ка, что мы здесь видим. Коробка передач, так называемый джойстик. Вы меня просили записать, как вот в движении это все выглядит. Нам надо тронуться. Толкаем вперед. Все, она предлагает нам вторую скорость. Выжимаем сцепление. Скорость включилась. Ручник снимаем. И начинаем свое движение потихонечку. Сцепление отпускаем. Оп, поехали. В следующий раз движение вперед толкнули. Она автоматически третью нам предложила. Тоже окей. Поехали. Снова толкаем вперед. Четвертая. Отлично. Так, тут мы уже не проедем. Смотрите-ка, встал у нас тут, уважаемый. Тут мы приостановились, раз скорость пониже включили, чтобы тронуться. Чтобы не насиловать сцепление. Все, тут уже мы помещаемся. Газелись, да, блин, подвинуться не может. Все, разгоняемся, пятая. Толкаем вперед. Шестая. Каждый раз сцепление выжимаем. Можно заранее выжать сцепление, допустим, и включить скорость вот так. Можем вот, допустим, толкнуть ее, все, она горит на подходе. Седьмая, допустим, раз. Выжимаем сцепление, все включилось. Вот такого вида коробка передач. Допустим, нам надо снять на нейтралку, друзья. Зажимаем сцепление, и вот кнопка справа и кнопка, раз, и все, на нейтральный, машина на нейтралке. Толкаем вперед, она автоматически нам восьмую скорость выбивает, выжимаем, и все, без проблем. Поэтому полуавтоматическая, сама думает, какую скорость ей лучше включить, но бывают моменты, конечно, она когда подтупливает, надо самому лучше выбрать скорость. Ну, суть вы поняли, я думаю. Также есть половинки, вот. Допустим, сейчас мы на восьмой повышенной. Вот вниз ее раз отпускаем. Загорелась, 8 пониженная. Выжили, 8 пониженная. Вверх толкнули, снова 8 повышенная. Также можно работать половинками. Можно половинками полностью скорости выбирать, листать, чтобы не толкать. Видите, до 7, 7 пониженная. 6 уже нельзя, потому что скорость большая. Такой вот пример вам. Ну что, поехали. Кстати, Нижнему Новгороду большой привет. Бору большой привет. Все друзья тут мои, подписчики, смотрят меня. Также будем проезжать к Кстово. Эх, эх, как вас много. Я так рад, друзья, вам, что у меня такие подписчики есть с разных городов. Ну, поехали дальше. Покатаемся по Руси. Так, друзья, что это у нас на горизонте? Чебоксары. Всем чебоксарским подписчикам большой привет. Ребят, мимоходом вас проезжаю.
времечки вообще нет. Погода сказочная, хорошая, красота. Едем дальше, к новым горизонтам. Так, а вот он и Цивильск на связи. Всем, кто с Цивильска, пламенный привет. Вот он ваш круг. Не проехать, не пройти. Ловим момент и проезжаем. О, красота. Чувашия. Так, друзья, вы решайтесь. Будьте решительны. Долго думайте. Погодка не перестает радовать. Надеюсь, вот бы так до Екатеринбурга там. Хотя бы до Перми. Сколько можно, столько будь. Так, что у нас там по тахографу? Полчаса осталось. Ну, сейчас как раз до стояночки. На парковочку и все, отдыхать. 9 часов засекаем. С утра пораньше поперли. С утра пораньше километры быстрее проходят. И веселее будет ехать дорожника. Пустая будет. Вон новостройки какие-то. Ладно, поехали. Ходим на стояночку Еметкина. Встаем и с утра пораньше прем. Самые сумерки сейчас начнутся. Надо отдыхать. Оп, что он в сиянии передумала. Ехать там, выезжает, волю. Давайте сейчас припаркуемся. Добрый вечер, дорожная сеть, в 4 хорошо. Утра. Хорошо, радуюсь. Так, сейчас ляжем. А, сейчас стрим будет, друзья, не забывайте подписываться и ставить колокольчик, потому что многие пишут, что пропускают стрим, оповещение поздно приходит. Попробуйте колокольчик включить, я думаю, будет вовремя теперь приходить. Сейчас нам номер запишут. Паркуемся, чайку завариваем, бутерброды режем и запускаем стрим. Вот тут Вайберис стоит, что там. Надо еще опоры поставить, не забыть, как всегда, когда на парковку встаем. Ну ладно, друзья, погнал я сейчас. Припаркуюсь, подсоединюсь. Ну сколько? 4. Ну давай сюда, следом рядом. Рядышком с Лори, да? Все. Друзья, вот сюда рядышком с Глорией встаем. 4 утра, ничего сложного. Сейчас спокойно развернемся и припаркуемся. Друзья, потихонечку коллеги кучкуются, ложатся спать. Ну и мы сейчас проведем стримчик и будем спокойно спать. Пойдем поставим упоры, чтобы не забыть. И за чаек и сгоняем. Друзья, не забывайте ставить оповещение, колокольчик. Вот у нас тут эфирчик, стримчик. Друзья, вот донаты кидают. Передам привет тоже им через видео. Дальнобою с Владом, Кириллу, Моисеенкову, Копик Влад, Тамбов 68 регион и Стасек. Большие вам приветы, друзья. Подписывайтесь. Вот так будем весело проводить вечера.